Приветствую вас на моем канале Solo Epoxy Art. И сегодня мы будем делать змей, сувениры. Я не очень люблю змей, даже их боюсь. Ну, следующий год – год змеи, и мы делаем сувениры из змеи. Я использую пудру хамелеон от Let's Resin и смолу. Сначала я окрашу свой молд хамелеоновой пудрой. Не имеет значения, какого цвета, вы можете выбирать самостоятельно. 10 мл смолы я отлила для того, чтобы окрасить белым пигментом. Мне захотелось, чтобы внутри были такие прожилки. Ну, посмотрим, что получится. Вливаем смолу в наш молд. Этот молд я заказала через Amazon. В нем одна большая змейка и несколько маленьких. Мы будем заливать и большую, и маленькие. С маленькими у меня есть определенные идеи. Я собираюсь их реализовать. И в следующем видео вы увидите, что мы будем делать с маленькими змейками. Белый пигмент я уже замесила. Это мой пигмент. Рисуем просто зигзаг по всей змейке. Белый пигмент двигается так, как будто двигается змея. Немножко страшно. Ну и теперь таким же образом я окрашу маленькие змейки и также залью небольшое количество смолы. Я небольшая любительница змей, скажу честно. Но следующий год нас обязывает. Поэтому у меня есть некоторые идеи сделать сувениры на Новый год, подарки друзьям, родным. Посмотрим, что получится. Вот я вас приближу к нашей змее, да, пигмент раскрылся. Такое впечатление, что это шкура змеи. Прошло несколько часов, смола застыла. Я сделала небольшое затемнение в смоле, добавив одну каплю черного цвета, чтобы просто придать эффект тени. И заливаю до края молда эту смолу. Ну что ж, следующий день, день демолдинга. Посмотрим, что у нас получилось. Молд в хорошем состоянии, несмотря на то, что он китайский. С этой стороны змейка приятная, с этой она немножко страшная. Но, по-моему, красиво. Хамелеоновая пудра придает такой красивый цвет, переливающийся. Для сувенира новогоднего очень даже неплохо. Вот такие маленькие змейки у нас получились. Я наделала их много, очень много. Вот у меня еще два молда с этими змейками. Так как я уже говорила, у меня есть определенные идеи, как их использовать и что с ними делать. В следующем видео мы как раз этим займемся. По-моему, они очень милые. Ну вот, в принципе, и все. Такое маленькое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ничего сложного в нем не было. Наша заливка была простой, очень интересной. Спасибо, что были на моем канале. Спасибо, что смотрели мое видео. Всего вам самого доброго. Берегите себя и своих близких. Пока!